Легендарный стадион «Динамо» и вся страна ждали этого события больше 20 лет. Целая эпоха мировой музыкальной индустрии вот-вот ворвется в пространство и повернет время вспять.
Минск! Как ваши дела сегодня? Ребята, мы очень рады, что мы сегодня здесь с вами. 2022 год, 3 сентября, мы здесь! We're really happy to be here on 3rd of September. We are here in Minsk, and we're going to perform. Actually, we are. Погнали! Разные люди, хочет, не хочет, любит, не любит. Кто-то отстанет, кто-то соскочит, кто-то устанет и перехочет. Кто-то закрутит провод на темпы, кто-то замутит новые темы. Кто-то как ты, а кто-то маньяк, кто-то как ты, кто-то как я. Не забывай, не проси. Никто не бойся, не проси, и успокойся, и успокойся. Никто не бойся, не проси, никто не бойся, не проси, никто не бойся, никто не бойся, никто не бойся. Yeah.
когда мы вас сегодня услышим, давайте все-все-все вместе. Нас не догонят. Еще раз вместе с нами, все. Нас не догонят. А вот там вот наверху трибуны. А еще погромче. Нас не догонят. Аплодисменты! Мы вас любим. Спасибо большое!